Мы неоднократно рассказывали вам о проблемах жителей дома номер 23 по проспекту Ленинского комсомола. Их придомовая территория давно требовала благоустройства. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Какие благоустроительные работы ведутся на этой территории нашего города, расскажет Людмила Медведева. Территория вокруг дома номер 23 первого и второго корпусов проспекта Ленинского комсомола давно требовала внимания городских властей. Проблема в отсутствии нормальных площадок. Сделать нормальную стоянку, чтобы машины могли парковаться. Много здесь проблем, вы сами видите, здесь даже говорить ничего не надо. Здесь ни на коляске не проедешь, ни на машине. А здесь живу, хуже я нигде не видела в городе этой дороги. Особенно вот пойдешь мусор выбрасывать и упадешь. Если еще пенсионеры, престарелые люди, то совсем плохо. Да и молодым-то. И вот, наконец, долгожданные благоустроительные работы начались в этой части города. В рамках данного благоустройства мы планируем отремонтировать тротуары, существующие проезды, убрать незаконно возведенные ракушки, которые стоят на муниципальной земле. По согласованию, естественно, с прокуратурой данное действие будет производиться. На месте снесенных ракушек планируются оборудованные парковочные места. Проезжая часть дороги с выездом на Жуковский проезд будет расширена. Для детворы построена детская площадка. Проводит работы фирма «Экодор». Но контракт включает в себя несколько адресов. Один из адресов – данные два дома. В рамках данного контракта также входят и три дома. Это ПЛК 11-1, 11-2 и Жуковский 4. Благоустройство территории 23-го дома администрация городского поселения Видное планирует закончить ко дню города. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.